Коллеги, добрый день. Как меня слышно? Давайте проверим звук. Должно быть все хорошо. Да, спасибо. Спасибо за обратную связь. Отлично, отлично, спасибо. Представлюсь, зовут меня Лора Бойко. Я сама с Кишинева, с Молдовы. Сейчас в открытой квалификации старший золотой директор, партнер нашего проекта «Экспресс-карьера». И не зря вам поставила такой красивый клип, да, с банкета директоров, чтобы вы туда захотели. Звук слабый. Ну, могу чуть-чуть прибавить. Сейчас как? Должно быть лучше. Да? Угу. Хорошо. Не будем сильно кричать, да? Сейчас у нас вебинар на тему «Мой стиль жизни» с компанией Oriflame в нашем проекте. Расскажу, как из простой мамочки в декрете с пособием в 1500 лей, да, превратиться в бизнес-леди с доходом от 20 000 лей. Тут как раз наша фотография с супругом сейчас на банкете директоров 2017 в Кишиневе. Вот такие мы были в этом году. Дальше покажу, какие мы были раньше. И вы поймете, да, почему я акцент это сделала. Покажу, как мы поменялись, да. Хочу, да, сказать, что у нас доченька, ей 4 годика, это наше золото, как я говорю. И самое главное, мне кажется, да, для любого человека, это благополучие своей семьи. Пока, если у вас нету сейчас, да, вот супруга, супруги, но у вас есть родители, у вас есть сестры, братья, вы, конечно же, им желаете всего наилучшего, и все у вас впереди, да, в личном плане. Поэтому, у кого детки, мы все ради них делаем. Это у нас фотография было мероприятие тоже от компании. Модное такое, вот Wonder Fashion Night устраивает Oriflame Moldova каждый год, поддерживает молодых дизайнеров. Было очень красиво, мы встречались с командой, вот мы так сфоткались. Естественно, наш хэштег. Да, вот такие мы были. Если говорить о нашей деятельности, да, которую мы с вами развиваем, это абсолютно законно, это абсолютно легально. Мы работаем согласно, да, работаем в правовом поле, согласно законам страны, в которой вы находитесь, да, мы в Молдове, да, кто у нас партнеры с Россией, Украины, Беларуси, Казахстана, да, абсолютно, абсолютно легально. То есть мы открываем счета в банке, у нас доход идет на расчетный счет, идет стаж, да, потому что у нас нету доходов в конвертиках, да, как часто бывает на предприятиях, да, так у моего супруга, в принципе, было, да, на работе какая-то часть дается, да, официально, остальное в конвертиках, конечно же, многие практикуют, у нас такого нету, у нас абсолютно все на расчетный счет, белый доход. Вот эта фотография, да, хотела вам показать, тоже фотография с прошлого года по левую сторону, да, в прошлом году, два вот таких классных чека. И кто сегодня был на вебинаре утром, я рассказывала о видах доходах, я говорила о премиях, а я вам советовала делать, да, не одно звание, а две, два, три звания, потому что классно вот получать сразу два чека.
Еще лучше, да, когда видишь эти суммы на своем расчетном счете, правда? И в этом бизнесе, да, если рассказать чуть-чуть о себе, в этом бизнесе я пришла 3,5 года назад. Пришла мамочкой в декрете. Доченьке было 5 месяцев. Ушла я в декрет, будучи банковским работником. И за 3 года, да, пока я тут развивалась, у меня выросла вот такая директорская команда уже. Естественно, я не захотела выходить на свою основную работу, так как доходы тут уже повысились, да, в 3 раза больше, чем в банке, да. И мы всегда хотим там, где лучше. Согласны со мной? Как я могу выходить на то, что меньше, да, оплачивается? И то, что дает наша компания Oriflame, те возможности, да, то, куда она нас возит отдыхать, на какие мероприятия мы идем, да, те же банкеты директоров. То есть это вот, знаете, как делает такой переворот в голове, в мыслях, да, в мышлении, что не хочется вот в тот, да, то место, где ты был раньше, да, совсем кажется чужим, да, то и там тебя так не будут чествовать, не будут так поощрять твой труд. И я эту картинку всегда показываю своей команде, да, и говорю: ребят, вот тут очень много места, да, кружочек такой, да, здесь может быть твое фото. Я всегда спрашиваю, кто тут будет. Поэтому наверняка ваши директора тоже так же будут вас спрашивать, кто будет на следующем банкете 2018 года, да, и у вас есть все шансы там быть, потому что 6 месяцев для достижения, да, уровня 22% это очень-очень реально. Дальше мы будем говорить о сути работы, да, за что нам платят денежку, чтобы вам было абсолютно все понятно, как это все достигать. Я вам говорила, что покажу, какими мы были до проекта. Вот такие мы были, вот буквально фотография, да, в тот год, когда я зарегистрировалась. И хочу сказать, что я мамочка, да, после родов, лишний вес, естественно. Папочка наш работал один, да, и все заботы на его плечах. Я как банковский работник, да, во время работы взяла пару кредитов, потому что нужно было, потому что мы готовились, да, к пополнению, нужен был ремонт сделать, еще что-то. И мне тогда казалось, что процент, который мне банк дает кредит, он такой маленький, такой выгодный. Ну, для работников чуть-чуть меньше было, чем, да, для остальных клиентов. Но все равно, когда погашение вот этих кредитов осталось на плечи мужа, естественно, мы это все прочувствовали, ту нехватку денег и так далее. Было тяжело. И когда я пришла в проект и увидела, как зарабатывают наши партнеры с других стран, да, потому что у меня не было примера директора с Молдовы, который вот вырос онлайн, да, который вот в нашем проекте, потому что я получаюсь первым директором в Молдове, да, с нашего проекта. Но я никогда и не спрашивала своего спонсора, да, покажи мне пример, и тогда я буду работать, да. Я всегда смотрела на примеры наших лидеров с Украины, с России, и говорила себе: ну что ты, тупее других, что ты не сможешь,
поставила себе цель, да, и, как я говорю своим девчонкам, грызла компьютер и добилась, да. Что меня первое впечатлило, вот вы сегодня увидели видео, да, с банкета директоров, ребят, да, кто-то, может быть, первый раз увидел видео с банкета директоров, если есть такие сейчас, вот поставьте плюсик, кто первый раз увидел видео банкета директоров. А вообще, вот что есть такое мероприятие. Я зарегистрировалась 27 октября, да, 2013 года. Вот Марина, Олеся, да, очень приятно, девчонки, Анна. И я зарегистрировалась 27 октября 2013 года. И летом уже 2014 года я увидела впервые видео банкета директоров Oriflame Moldova, да, с того года. Я смотрела, знаете как, я не знаю, как вам сказать, вот под таким впечатлением, потому что я вообще понятия не имела, что есть такое, да, что можно пойти на банкет, что есть такое мероприятие. Увидела этот красную дорожку, да, увидела, как лидеров привозят, да, вот топ-15 Oriflame, да, и новых директоров, да, как они проходят по красной дорожке, как их привозят на автомобилях шикарных. Вы знаете, я посмотрела вот это видео, я сказала, я там буду, да, я сказала, я там буду. И я сделала это, я на банкете директоров уже 2015-го была за своим первым чеком, да, то есть меня впечатлило это, я себе поставила цель, да, и вот тут, видите, банкет директоров 2015-го, а я со своим первым чеком. И то, что я вам сказала, что я увидела, как лидеров, да, топ-лидеров привозят на банкет, да, на шикарных машинах, и они проходят по красной дорожке. Вот в этом году, да, как лидер топ-15, еще одна моя мечта сбылась, да, вот меня тоже так привезли. И знаете, как вот это такое ощущение, да, ты это сделал, да, ты этого добился. Когда-то ты просто смотрел это видео и мечтал там быть и попасть там, да, а тут ты сам являешься, да, вот фигурой, да, центральной фигурой, которая проходит по этому ковру, у тебя берут интервью, да, чувствуешь себя вот такой звездой. И это все, да, дает нам наша компания. Из мамочки такой в декрете, вот с доходом 1500 лей, сейчас, да, с растущим доходом от 20 000 лей. Если кому непонятны суммы, да, Россия, умножайте на троечку. Что же мы тут делаем, ребят, да, что же мы тут делаем? Очень важно понимать идея бизнеса. Да, идея бизнеса. Что есть у нашей компании? Вот что есть у нашей компании? Есть продукция, правда? У нее есть продукция, есть собственные заводы, да, в котором все производится. Тут у нас и косметические продукты, и продукты по уходу за собой, да. Что-то есть из техники, что-то есть из одежды. То есть это те продукты, которые всегда в спросе. Да. Всегда в спросе. Компания платит нам за создание товарооборота. Да? За что нам платит компания? За создание товарооборота. Как его создавать? Как? Мы раскручиваем, да, свои интернет-магазины. Да, вот смотрите, после регистрации у вас у каждого есть свой номер консультанта и свой пароль, да, вход на сайт. Когда вы открываете вот ваш кабинет, как мы его называем, это и есть ваш интернет-магазин, ваша витрина. А у вас там сразу своя скидочка 20%, да? То есть вы сразу можете пользоваться этой скидкой и всеми теми преимуществами, о которых я утром говорила, да? Программами для консультантов, да? Можете заработать быстрые денежки и так далее. Значит, что происходит дальше, да? Вы раскручиваете этот ваш интернет-магазин, создаете большие товарообороты, да?
через личное пользование, да, через приглашение партнеров в команде также поменять обычный магазин на наш магазин Oriflame. Самое простое, что я говорю, представьте, что у вас есть ваш магазин хлебный, да, вы печете хлебушек, там, булочки, не знаю что. А где вы будете их покупать для себя, для своей семьи? Где? Естественно, у вас, правда, вы же возьмете у себя с прилавка, да, вечером, к примеру, да, идя домой, и будете брать без наценки, да, по себестоимости, как мы говорим. Не будете идти к соседу через дорогу за хлебушек, за хлебушком, да? И тут то же самое, у вас свой интернет-магазин, да? У вас все есть. Вы тут себе покупаете элементарные средства по уходу за собой. Мы, девчонки, хотим быть красивыми, правда, мы красимся. Ну, не все там красятся, но все равно большое количество, да, основное количество женщин красится. А дальше, все моются, это неоспоримый факт, правда? Знаете, как я шучу со своей командой? Я говорю, тот, кто не моется, нам не друг. И поэтому они говорят, что нет, нет, мы все моемся. Мы просто меняем обычный магазин на наш магазин Oriflame. А таким образом создаем сами себе товарооборот, да, с которого нам компания выплачивает процент прибыли. Да, то есть компания делится с нами процентом прибыли. Да? Это очень важно. А, да? Еще раз, за что нам платят деньги? За создание товарооборота. Меняем магазин. Дальше. Наполняем наш интернет-магазин, да, покупателями, лояльными покупателями. Да. Сначала все у нас лояльные покупатели, потому что мы пользуемся продуктами. Дальше каждый решает, да, он становится бизнес-партнером, да, или остается просто лояльным покупателем. Преимущество есть у всех, абсолютно все лояльные покупатели, да, все могут стать бизнес-партнерами, да, построить свой бизнес с компанией, да, сделать вот эти большие товарообороты, не продавая, да, не продавая, никто вас не заставит ходить с каталогом, да. Мы с вами делаем информационную работу, да, мы работаем, Таюша, аккуратно, ассистент у меня тут, мы с вами делаем информационную работу, да, мы раскручиваем свой интернет-магазин, мы наполняем его покупателями, да, и получают, каждый получает свой процент прибыли, да, помогаем людям, которым мы пригласили, также помогаем мы следующих партнеров, которые находим, да, уже подписываем в его команду, да, мы, как же мы строим свои структуры, один за другим, цепочкой вниз, таким образом помогаем, да, помогаем друг другу, у каждого появляется товарооборот, да, с которого он получает свой доход. Как находить партнеров? Есть разные способы, как находить партнеров. Можно работать в соцсетях, можно работать со своими знакомыми. Сами вы выбираете, как вы хотите найти себе партнеров в команде. Есть обучение, абсолютно в каждой команде есть обучение. Каждый директор, да, подробнее вам рассказывает, как находить партнеров. Еще раз говорим о том, что если у вас есть свой интернет-магазин, вы берете у себя, вы не идете обогащать чужого дядю, да, через дорогу, потому что что происходит обычно, да, когда вы идете у кого-то что-то покупать, вы даете денежку там в тот магазин, да, вы повышаете товарооборот владельцу того магазина, да, естественно, он получает больше прибыли, да, а у вас выгоды никакой, да, вы просто купили себе продукт, потому что он вам нужен. Что происходит в этом случае, когда вы у себя купите, да,
Во-первых, тут гарантированные качества, широкий ассортимент. У вас тут возможность получить скидки, акции, подарки, да? Дальше вы делаете комфортно свою покупку, не выходя из дома. Обеспечиваете, да, компания обеспечивает доставку, вы можете и на дому получить, и в любом, да, пункте выдачи заказов, да. И самое важное, что доход кому идет в этом случае? Вам. Кто не смотрел утренний вебинарчик, да, кому нужно разобраться в доходе, я там утром буквально вам давала примеры, как считается доход от вашей команды. Пересмотрите, там буквально 30 минут вебинар, будет полезно, да, для тех партнеров, кто не был утром, говорю, чтобы вы разобрались, как считается доход, откуда идет доход, это очень-очень важно. Смотрите, ваш интернет-магазин, его функции, да, если мы говорим, что у вас есть свой интернет-магазин, значит, что тут нужно делать? Вы, во-первых, делаете рекламу своему интернет-магазину, да, находите партнеров, да, дальше регистрируйте их на сайте компании, да. Дальше, что делают наши партнеры? Пользуются этим дискаунтом, который у него есть, да, 20% абсолютно у всех есть. Что происходит, когда человек покупает, да? Человек покупает продукты для себя, а в вашем интернет-магазине появляется товарооборот, да? И компания что делает в этом случае? Вас, как организатору этого товарооборота, она что делает? Благодарит, да? Благодарит процентом прибыли. Да, понимаете, да, что вы делаете с этим интернет-магазином? Что вы видите, да, тут на сайте, да, в вашем вот этом мини-офисе, как мы говорим. Вы тут будете смотреть свои отчеты, не абсолютно в режиме онлайн. И абсолютно будете контролировать свои доходы, видеть, как они накапливаются на вашем номере консультанта. То, что я утром показывала в вебинаре, смотрите, да, опять же, рекомендую, как накапливается доход на номере консультанта. Контроль, да, контроль, все у вас под рукой, как говорится. Что обеспечивает компания? Да? Компания обеспечивает сбор заказов, да, формирование и сбор заказов, транспортировку, логистику, техническая поддержка, маркетинговая, да, административная ответственность и материальная, контроль законодательства, юридическая поддержка. Это все абсолютно поддерживает нас компания, да? Это очень-очень важно, потому что у кого был, может быть, традиционный бизнес, что значит традиционный бизнес? Если вам открыть интернет-магазин где-то, да, на земле или любой какой-то бутик, вы представляете, насколько это затратно, да? Какие нужны затраты для этого? И ответственность и так далее. Взамен тут условия, пожалуйста, компания все берет на себя. Твоя задача только организовать товарооборот, свой личный и групповой, да, командный. И посчитаем, да, откуда берутся деньги. Давайте посчитаем. Примеры тут. Смотрите, к примеру, вы один, да, и купили для себя продуктов на 300 лей. Это в нашей валюте я написала, но вы... Вам главные примеры, да, как считается и смысл. И что происходит у вас, да, в интернет-магазине? У вас групповой товарооборот 300 лей, вы один сейчас, да, дальше. Вы пригласили партнеров, допустим, в вашей команде 10 человек. 10 человек тоже сделали свои личные покупки, да, то, что нужно, средства элементарной личной гигиены, тоже на 300 лей. Что в этом случае у вас? Какой товарооборот? 3000 лей, да? Уже хороший. Дальше. Эти 10 партнеров пригласили еще 10 человек, да? Ваша команда уже состоит из 100 партнеров, да? К
каждый также себе купил 300, да, на 300 лей, у вас товарооборот уже групповой 30 тысяч лей, да, понимаете? А дальше команда с 200 партнеров, каждый купил себе также для себя минимально, да, говорим по 300 лей, ваш групповой товарооборот 60 тысяч лей. Вот этот уровень у нас, этот уровень 22%, да? То есть понимаете, что сколько купят 200 партнеров, да, для себя, а столько не купят просто 10 человек, да, то есть разницу. Чем больше у вас партнеров в команде, которые понимают суть, понимают выгоду личного пользования, вместе с вами создают товарооборот, с которого получаете достойный доход. Да? Это очень-очень важно. И смотрите дальше. Еще раз, да, резюмируем. За что нам платят деньги? Мы оказываем компании услуги рекламного характера, да? В интернете рассказываем о возможностях компании, да, мы являемся информационными менеджерами. Я еще раз говорю, мы не тетечки, которые, да, ходим, да, там что-то с сумочкой продаем и так далее. Нужно понимать, что мы работаем с информацией, мы даем информацию, мы рассказываем об этом виде заработка, создаем эти товарообороты путем смены магазина, то есть на наших же потребностях зарабатываем, потому что бывает иногда говорят, а какие у вас вложения есть, да? А я говорю, смотрите, когда вы идете на магазин, на базар, не знаю, идете покупать себе картошечку, там, не знаю, еще какие-то овощи, морковочку, вы говорите, пойду-ка я инвестирую в картошку, вы такого же не говорите, так и тут, вы не можете сказать, что вы инвестировали в зубную пасту, да, или в гель для душа, да, или элементарно в мыло. Поэтому это невозможно назвать вложением. Это то, что каждый человек пользуется, это надобность, это потребность, да, каждого человека, как есть потребность покушать, так есть потребность помыться элементарно, да? Почему бы на этом не заработать, если есть такая возможность? Это тоже очень важно понимать, потому что покупая в обычном магазине, а тебе никогда ничего не вернется оттуда, да, какие-то проценты, что ты такой классный, лояльный клиент, да. Смотрите, лестница успеха до уровня директора. Вы проходите вот такие ступенечки. Сначала вы просто консультант, да, консультант 3%, 6%, 9%. Дальше вы менеджер, да, 12%, 15%, 18%. И уже на 22% вы называете старший менеджер, открываете звание директор, да? У нас 17 каталогов в году, да, 17 каталогов. Когда вы первый раз вышли на этот уровень вместе с вашей командой, 7500 баллов, да, вы открываете звание директор. 8 каталогов из 17, вы показываете этот результат, и вам присваивается звание директор и дарится первая премия $1000, да? То есть это уже с уровня директор, как я говорю, только все начинается. И ваша цель, которая тут, да, мы всегда вам желаем, что ваша цель не должна быть просто директор, да? Или знаете, как девчонки говорят, у меня есть такое, что ой, хотя бы директором быть. А знаете, что я говорю? Неправильная цель, потому что если ты говоришь так, что хочу быть хотя бы директором, значит, ты не думаешь о своей команде, ты не думаешь о тех людях, которых ты пригласил. Почему я так говорю, девчонки и мальчишки? Смотрите. Вот, к примеру, вот такая команда, да, тут ты, а тут у тебя вот твои растущие, да, веточки, как мы говорим, группы,
Если ты говоришь, что о, я хочу быть хотя бы директором, тогда получается, что вот этих людей ты видишь только менеджерами. Да? Понимаете? То есть вот этих людей, Андрея, Игоря, Наташу, Юлю и Лену, ты видишь только менеджерами. Потому что как ты стал директором? У тебя менеджерские команды. Или менеджер 12, 15, да, опять же, 9, там, 7-500 баллов у тебя вот групповые с этих команд. Но ты же приглашал этих людей не на доход, там 10 тысяч рублей, да, грубо говоря. Ты приглашал их на доход от 30 тысяч рублей выше. А если мы смотрим на нашу лестницу успеха, где такой доход? На уровне, да, 7500 баллов. Понимаете? То есть вы должны помогать этим людям стать директорами. И в таком случае, кем вы будете, да? Если у вас вырастет два директора минимум, кем вы будете в таком случае, ребят? Минимум золотым директором, да? Помогайте еще одному вашему менеджеру стать директором, и вы будете старшим золотым директором, да? Три директора. Помогайте четвертому менеджеру стать директором, и вы будете сапфировым директором. Понимаете? И дальше еще два, и вы бриллиант. Да, смотрите вниз, помогите вашим людям расти. Если вы сейчас лидер 6-9%, смотрите вашу маленькую команду, смотрите вниз. Помогите им тоже стать 6-9, да, и вы станете кем тогда? Менеджером, правда? Если вы сейчас менеджер 12%, помогите вашим людям внизу стать тоже менеджерами 12%. И вы тогда будете 15, 18. И так всегда, вот по этим правилам. Ты вышел на какой-то уровень, помоги внизу команде тоже его достигать. И тогда вы очень-очень быстро подниметесь на уровень 22. И мы вас будем ждать на банкете директоров 2018 года. Обучение в нашей команде, бесплатное обучение, абсолютно бесплатное. У нас обучающие вебинары, сайты, блоги, школы новичка, письма, инструкции. Да, в каждой директорской команде есть, да, свое внутреннее еще обучение, да, есть ваши чаты. Есть ваши чаты, да, чаты в скайпе. У каждого директора есть свое обучение. Спрашивайте, не стесняйтесь, пусть вас подключат ко всем ресурсам. Спросите, как мне попасть туда, если вы услышали, что у вас в команде есть какой-то чат VIP. Вы должны там быть, если вы будущий директор, вы должны там быть. А вот мой скрин дохода, да, буквально свеженький, вот, прошлого месяца. Тут у меня суммы написаны, тут внизу видно вам, и в рублях, и в гривнах, да, и в нашей валюте, и... Конечно же, я вам скажу, что хочется больше, и на этом мы не останавливаемся. И когда я говорю, что минимум, который мы вам желаем, это золотой директор, да, почему мы так говорим, да, потому что вот ваша цель минимум, да, золотой директор, когда вот вы, у вас две команды на 22%, но... Это минимум для того, чтобы вы смогли получать свой процент прибыли, да, без каких-либо других условий, да. Компания, если у вас есть два директора в первой линии, компании, неважно, строите вы третью, четвертую или не строите, вы делаете просто свой личный товарооборот, это все есть в маркетинг-плане, свой личный товарооборот, и вам приходит доход, да. Дальше я советую, да, и своей команде, и вашим лидерам не останавливаться на двух веточках. Растите третью, растите четвертую.
помогите еще двум менеджерским командам, двум лидерским командам тоже стать директорами. Если вы смогли вырастить двух директоров, что вам мешает еще двух вырастить? Вы сможете, поверьте, и вас будет радовать ваш доход. Я тут. Меня что-то выкинуло. Я тут, все. Никуда не убежала, я тут. Потерпите меня еще чуть-чуть. Так, сейчас найду свой слайдик. Таюшенька, Таюша, зову свою малую. Не поверите, она у меня что-то хитрит в ванной. Короче, маму ждет сюрприз. Наверняка у мамы наклевывается сейчас новый заказ. Я так думаю, что там сейчас пошли в ход гели для душа. Там наверняка пена должна очень сейчас хорошо. Так, развлеку вас. Она мне кричит, сейчас она занята зубной пастой. Вот-вот, еще и зубная паста мне нужна. Нормально, все хорошо. Так. Смотрите, развлекаю вас. Смотрите, как мы строим свои группы, да? Очень важно понимать, что у нас график работы свободный, да? График работы свободный. Вы сами выбираете, когда вы можете, да, выделить там 2-3 часа, чтобы вы вот проделали на начальном этапе, вам этого хватит. Я работала и ночью, потому что с 5-месячным ребенком, мамочки, у кого сейчас, да, груднички, маленькие, да, шустрики, вы поддержите, да, меня, знаете, что когда дают работать, тогда и садишься. Спит, тогда быстро мама возле компьютера. И вот я работала ночью, работала рано утром, но у меня была цель, как я вам сказала, я хотела туда попасть. Естественно, была, да, вот эта острая проблема, хотела помочь, да, финансово супругу, чтобы побыстрее, да, у нас закрылись эти кредиты и так далее. И я шла к этой цели, я не смотрела ни на какие-то там отказы, да, потому что отказы — это нормально, да, вот кто начинающий партнер сейчас, коллеги, не надо вот так сильно остро, болезненно реагировать на то, что вам отказали. Это нормально. Невозможно, чтобы все прям сказали: да, у меня тоже есть отказы, и сейчас, даже когда я показываю свой доход, да, это нормально. Кто-то не верит до сих пор, но это его выбор, понимаете? У каждого своя жизнь. Пусть кто-то там должен продавать в магазинах, кто-то должен подметать улицу, да, вот такие специалисты, еще кто-то там должен нас обслуживать в кафе и так далее. Да, не нужно, да, остро, вы ищете своих бриллиантиков, вам нужны вот такие партнеры, которые будут с вами на одной волне, да, вот вы единомышленников ищете. Как наша Анечка, да, говорит, Анечка Черна, да, нет, следующий. Я это запомнила. И вот так идем вперед. Я всегда на позитивной ноте, да, заканчиваю разговор, даже если человек говорит, что нет, я говорю, желаю вам успехов, да, всегда уважаю ваш выбор, тоже вам советую, да, не спорить, не нервничать. Бывает такое, что человек через месяц или через даже год, да, пишет потом мне: вот я хочу в команду, да, на тот момент я не решался, сейчас я у вас в друзьях, они люди, которые остаются у вас в друзьях на вашей брендовой страничке, да,
видят ваш рост, видят ваши движения там, да, ваши достижения, они сами потом просятся в команду. Поэтому если сегодня нет, то это не значит окончательно, что совсем, да, это будет нет навсегда. Дальше, смотрите, вот хочу вам показать скрин дохода с уровня золотой директор, да, у меня вот тут пример, когда две веточки, видите, глобальный отчет деятельности, да, мои две команды на уровне 22, и тут вот, если мелко видно, увеличьте вот справа, наверху плюсик, вот тут обратите внимание, видите, DIR бонус, это те денежки, которые выплачиваются с директорских команд, да, когда у вас уже 22-процентные веточки, вам положен процент, да, процент бонус, 5-процентный бонус у нас по Молдове, и вот это 7070, да, дальше, вот тут ГБ, это золотой бонус, gold бонус, да, потому что золотой директор, да, и под этими директорами, под первой линией, да, есть еще директора, вот тут на картинке, сейчас я покажу, вот тут, видите, вот что значит золотой директор, да, вот две веточки, и вот тут у меня, да, вот в этой линии тоже есть директора, да, дальше под этого директора тоже есть директора. А тут, если картиночка не видна, возьмите, увеличьте, лупа вот вправо наверху есть плюсик, увеличьте, потому что этот отчет с кабинета, и он не очень четкий. А красненьким видна сумма, да, 8315 лей пассивного дохода, то есть это те деньги, которые выплачивает мне компания, да, за эти выращенные две мои веточки, да, а Россия умножьте на 3, чтобы вы понимали сумму. Дальше, вот тут, где написано скидка, это те денежки, которые мне компания выплачивает, да, от тех моих команд, которые еще не директора, да, вот растущие мои менеджерские команды, это называется объемная скидка, я утром вам рассказывала, как она считается, да, межуровневая разница. Дальше, вот такой пример, да, золотого директора, уже такого, именно пример золотого директора, у которого только две веточки, персональные группы у него нету, только его личные баллы. Если я вам показала, что у меня там, да, персональная группа, вот, моя группа персональная, да, даю еще 10 тысяч баллов, да, и я получаю вот эту объемную скидку, то в этом примере, да, видите, золотой директор без персональной группы, нет у него третьей, четвертой, пятой веточки, понимаете разницу, но у него отличная глубина, да, что я вам утром говорила, что вам выгодно выращивать вашу глубину, вы заинтересованы, чтобы ваши партнеры, которые пришли сегодня, которые придут завтра, тоже стали директорами, да, это очень важно. Вот такой пример, да, 70 тысяч ежемесячно, голова золотого директора, да, прекрасно, я думаю. Дальше, вот смотрите, табличка от директора и выше, единоразовые премии, да, первая премия, которая выплачивается, это $1000, дальше старший директор, когда вы выращиваете первого своего директора, вам даются, вы становитесь старшим директором, да, третья премия, это $2000, когда у вас два директора в команде, дальше старший золотой, да, 3000, да, это то, что у меня сейчас открыта квалификация, да, три директорские команды, дальше 4 директорские команды, 4000, да, красивые суммы и так далее. Вы сами выбираете, какой доход вот вы хотите, вот смотрите сюда, и какой бы среднемесячный такой доход вам был бы комфортен. И выбираете его, и идете к нему, да. Нет ничего невозможного. Абсолютно нет ничего невозможного.
И знаете, часто возникает такой вопрос, сколько нужно человеку в группе для достижения определенного уровня, да? Все зависит от среднего балла, да, в вашей команде, средний заказ в вашей команде. Смотрите, если мы хотим дойти сюда на уровень 22%, да, вот в первом примере, да, если ваша команда делает заказы всего лишь на 10 бонус баллов, да, что такое 10 бонус баллов? Это, не знаю, одно мыло, одна зубная паста и, не знаю, я там один шампунчик. Слайд поменять? Не поменялся? Скорее всего, будем считать, да, 10 кусочков мыла. Если каждый покупит себе по 10 кусочков мыла, вам нужно будет 750 человек таких в команде, чтобы вы набрали вот 7500 баллов. Как вы думаете, легко ли найти 750 человек? Я думаю, что трудно, и это очень маленькая выгода, да, у людей с таким заказом. Ну и купил он 10 кусочков мыла, и что, это не бизнес, как говорится, правда? Если мы смотрим сюда, да, если мы смотрим сюда, уже заказы от 75 баллов, от 100 баллов, от 150 баллов, вы видите количество людей, да? Если мы говорим о 75 баллов, да, это уже 100 человек вам нужно в команде, да, естественно, эти 100 человек вы не сами находите, потому что у нас идет групповое рекрутирование, да, вы находите партнера, ваш партнер находит партнера, тот партнер тоже находит партнера и так далее, да, растет ваша команда, растет ваш групповой товарооборот, но при таком заказе люди уже получают свои выгоды, да? А в Украине у вас стартовая программа, да, от 70 или сейчас тоже от 100 баллов, напомните мне, пожалуйста, да? Если говорим от 100 баллов, то у каждого партнера есть возможность пройти, да, спасибо, девчонки, 100. У каждого партнера есть возможность пройти стартовую программу, получить свои выгоды, получить подарки, да, участвовать в премьер-клубе, получить 50% скидку на продукт. Здорово, то есть человек уже с энтузиазмом работает, да, рекрутирует и так далее. Если мы говорим о 150 баллов, то человек сразу уже получает свой доход на номере консультанта. Это еще круче, человек видит, как накапливается его доход на своем номере, да, и он может его тратить. Вот смотрите, моя табличка роста, мой пример роста, я всегда говорю, что вы пример для своей команды, все начинается с вас. Тут пример роста с нуля до 22%, да? Это историческая табличка, я ее называю. Я привожу всегда пример моей команде, я говорю, девчонки и мальчишки, обратите внимание, вот в этой графе личные ББ, не было ни одного каталога, чтобы я пропустила, да, не делала свой личный заказ, хотя было трудно, я вам говорила, что не хватало, конечно же, денег и так далее, но я всегда делала совместные покупки со своими родственниками, да, с мамой, там, с кумой, они что-то у меня заказывали, и мы вместе... Предыдущий слайдик, хорошо, и мы вместе делали, да, вот они помогали мне делать личный товарооборот, или скрин хотелось сделать. И смотрите, что происходит, да, вот вы видите, заказы я делала как могла, да, сначала, я думаю, да, получилось сделать скрин, Татьяна, если нет, я поменяю. Я делала заказы как могла, да, первый сделала 100, потому что прошла шаг один, там мне спонсор сказал, что вот если ты сделаешь 100, то ты получишь подарок. Там, помню, было подарок пудра Giordani Gold и тушь Giordani. И я захотела эти подарки получить, и я собрала этот заказ.
Да, пришла я на личное пользование, да, я понятия не имела сначала о бизнесе. Дальше я делала, видите, как 80, тут в 17-м каталоге я сделала 134, но я не знала о 150 баллах, да, понимаете, не знала. Если бы я знала, может быть, я бы сделала, потому что я вышла на 3%, и тут бы у меня был доход. Но мне спонсор не говорил на тот момент о 150 баллах. Кто со мной давно, кто со мной давно, кто давно, да, в проекте, вы знаете, что, да, мы как-то раньше не сразу говорили о выгодах. Я сейчас, я, конечно же, рассказываю новичку сразу о выгодах, чтобы он понимал и сам делал выбор, да. Поэтому обязательно рассказывайте о всех акциях, программах. Человек сам выбирает, как ему разместить свой заказ. Дальше, видите, то же самое, 124 балла. Да, чуть-чуть мне не хватило до 150. Нашлось бы, да, сделала бы. А и тут вот первый раз в третьем каталоге сделала 189 баллов личных. Но тут вы видите, что я с 6% вышла на 12%, да? То есть перескочила уровень 9, сделали мы такой прорыв. И, естественно, пришел первый раз доход. Это было такое достижение. Вот кто помнит, как он получил свою первую объемную скидку, да? Ура, мама заработала. Да, было классно. И потом уже, когда делаешь свой личный заказ, и когда ты видишь, что ты платишь заказ всего, да, половину, это очень круто, да? Поддержите меня, кто уже делает заказы себе со скидкой 50%, как же это классно, да? Чтобы наши новички понимали, когда у вас есть доход на номере консультанта, вы уже платите в половину, да? Здорово, да. Тут, вы смотрите, у меня 52 балла личных, но раньше у нас было еще одно условие для начисления дохода. Это был один Q-рекрут в первой линии, сейчас этого нету. Вот тут было выполнено вот это условие, и мне тоже пришел доход. И дальше вы видите, да, уже рост. С каталога 13 уже пошел рост, 15%, 18%, 22%. Мой рост от 0 до 22%, грубо говоря, получился за год. Да, видите? В 16-м каталоге, да, 2014 я вышла на 22%. Да. У каждого свой темп роста, да, вот это мой пример. И вы видите, как уже суммы, да, накапливались тут на моем номере, да, доход. Вы сами уже решаете, да, с какого уровня, когда вы делаете свой личный товарооборот для получения дохода. Конечно же, чем быстрее вы научитесь, тем круче, да? Дальше, смотрите. Очень важно, что я сказала, чтобы вы развивали свою глубину. Да, директора в первой линии, естественно, и директора в глубину. Помогая вашей команде расти, да, внизу, развиваться, чтобы появлялись директора, 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 вы получаете свои бонусы. Первый, с первой линии это 5-5% бонус, со второй линии у вас 2% бонус, третья линия 0,5%. Четвертая 0,25, да, пятая 0,125 и шестая, да, 0,0625. Не смотрите, что тут 0,0625, зато это такие хорошенькие суммы, да. Здорово. Дальше, очень важно вот тут посмотрите, потому что многие спрашивают, да, про официальное оформление. Когда ваш товарооборот будет, да, от 300 тысяч рублей, да, говорить в рублях, или 60 тысяч лей, да, если говорить по Молдове, да, и по Украине, да, у нас лей с гривной, да, почти одинаков,
то у вас начнется официальное оформление. Что такое официальное оформление? Идет стаж, вы заключаете контракт с компанией, да, и будет идти стаж, пенсия, все-все. Но я вам желаю пенсию от Oriflame побыстрее, да, не думать о пенсии от государства. Но, как я вам сказала, доход белый, только официально, да, договор, акт, да, возмездного оказания услуг, да, выплаты на расчетный счет в любом банке. Вы сами выбираете, в каком банке вы хотите себе открывать счет. Дальше вы оплачиваете налог, в России это 6%, да, в Украине, девчонки, Украина, напомните ваш процент налога, да. В Молдове у нас есть возможность, да, 3% платить, или по 5, спасибо, Инна, да, то есть мы уже смотрим в зависимости от типа предприятия, которое вы откроете. А итак, да, подытожим чуть-чуть, почему Oriflame? Это легальный бизнес, да, компании 50 лет на мировом рынке, в нашей стране компании 14 лет, в России 20, да, в Украине тоже, то есть это уважаемый возраст. А дальше, регистрация символичная, у нас 20 лей, в России, да, 149 рублей, в Украине тоже символичная сумма, а если вы проходите шаг 1, то будет бесплатно. Дальше, доступная цена, да, есть, да, символичная реально, 19 гривен. А дальше, 17 выплат в году, да, 6 собственных заводов, выплачиваются доходы у нас без задержек, да, как в швейцарском банке. Дальше, упрощенная система налогообложения, да, пенсия, стаж. Очень важно, что наш бизнес передается по наследству. Это для меня было вот прямо такой новостью, да, что на каком бы вы ни работали, да, предприятии, если вы оттуда уволились, вам это предприятие никогда не будет платить какой-то процент, да, что вы были таким классным работником, да, взамен тут, да, за один раз проделанную работу вы будете получать процент прибыли всю жизнь, да, вот только это, об этом задуматься. Премии, которые выплачивает компания, да, вот эти возможности получить автомобиль, да, в России у вас вообще с уровня директор, и банкеты директоров, путешествия от компании, да, вот это те преимущества, которые есть, абсолютно гарантирует качество, да, стопроцентное качество. Продукция не тестируется на животных, это тоже очень важно. В Украине с уровня бриллиантовый директор, так как в Молдове, Анечка, нужно 6 директоров вырастить, а вот туда идем, и нас Вольво ждет. Дальше, говорим о премиях, да, то, что я вам сказала, первая премия 2015 год, вот такая была на банкете. Дальше, вот смотрите, банкет 2016, тут я со своим директором, да, Аней Сайдакаль, я с двумя чеками, да, и у нас была возможность тогда вот команду пригласить, вот мы такие были. Здорово, очень хочется следующий год в таком же количестве с чеками. Нравятся очень вот эти картиночки 2016-го, нет у меня 2017-го по всем странам, да, обязательно сделаем. Мы входим в топ-15, да, Oriflame Молдова, мы сейчас топ-9 наша команда, чем я очень горжусь и благодарю ее за этот результат, молодцы. Мы идем вперед, и то, что я вам показывала, да, что я видела на видео, да, в видео банкета директоров и хотела также быть, и сейчас нас тоже лидеров топ-15 привели
привезли, да, на мерседесах, да, класса. Ох, очень шикарно было, реально чувствуешь себя звездой. Все фоткают, снимают. И вот такие мы с супругом, да, шли по красной дорожке, у нас там интервью брали, есть видео на канале, посмотрите. И те путешествия, которые дает компания, ребят, вот отпуска, которые за счет компании, в котором мы уже побывали, да, первая конференция, в которой я побывала, вот это 2015 год. Это Египет, я и мой менеджер тогда 15%, Ваня Сайдакар, да, сейчас она директор. Вот я смотрю на эту фотографию, боже, я себя не узнаю, это я в 2015 году. Правда изменилась. Столько счастья было, да, вообще мамочка выбралась куда-то, ну... Не знаю, да, вот это такие эмоции, потому что простой человек и мечтать не мог, что куда-то попадет, да, в таком месте, африканский континент. Было здорово, было классно, тогда первый раз увидела Анечку Черна, увидела многих партнеров с России, да, девчонки. Россия, Украина, все мы там были вместе, да, да, директором, да, я была директором в Египте уже. И в прошлом году это была Анталия, вот мы были уже в таком составе, я с супругом на золотой конференции, и мои 4 партнера были на менеджерской конференции. Это было мега круто, это был отель. Ах, шикарнейший Мартен Пэлас, это сказка, в которую мы попали, до сих пор вспоминаю вот с таким теплом, смотрим фотографии с супругом, да, вот с трепетом таким, наша команда, да, Украина и Молдова, и дальше это Кипр 2016, это наша Россия и Казахстан, тоже здорово, и мне нравится вот эта фотка Сочи, кто был в Сочи 2016, огромная команда, вообще классно, и очень здорово, мне вот это нравится, фотка США, Майами, бриллиантовые конференции 2017, наши красотки и красавцы, очень красиво, и не зря наша Анечка говорит, давайте, давайте, девчонки, подтягивайтесь, да, чтобы мы на бриллиантовой конференции, да, поехали, да, полетели тоже огромной командой, поэтому держим курс туда обязательно, и что впереди, да, квалифицировалась я на юбилейный круиз, да, Oriflame, и жду, вот жду с таким волнением, потому что я очень хотела туда попасть, очень-очень хочу увидеть наших партнеров с России, да, с Украины, и я старалась для этого, с нашей страны только 9 партнеров квалифицировалось, и я горжусь своей командой, что мы это сделали, и я там буду, жду, и буду... делиться с вами впечатлениями после круиза, обязательно проведу вам тоже вебинар, ждем, да, ждите фотоотчеты, будем все снимать, и знаете, что хочу сказать, да, быстренько подытожим, хотела коротенько, запомните, что нужно сделать, просто поменять магазин, строить свою сеть лояльных покупателей, организовывать личный товарооборот и групповой товарооборот, обучаться, чтобы вы могли работать, да, обучаться, а работать с командой, дружите с вашими людьми, помогите им, как я вам сказала, смотрите вниз, да, какой у вас уровень, смотрим вниз, помогаем этому человеку, людям внизу тоже так же стать, как и вы. И вот недавно у нас была фотосессия командная, нету еще фотографий, да, есть вот только это, после фотосессии мы все собрались в кафе, я угостила команду, да, наша директорская команда, да, сделала сюрприз,
вот в виде такого тортика. Ни много ни мало, это было 7 килограмм, ребят. Потому что нас было около 70 партнеров. Да, зайка, хорошо, вот, все хорошо, иди. Да, было у нас много, мы собрались в кафе, тортик и так далее, очень хорошо посидели. И мой, да, вот призыв к вам, да, совет, не знаю, как еще сказать. Поставьте цель себе, будьте на банкете 2018, вы этого достойны, да? Сделайте это, есть время. Кто сейчас менеджер, ребят, у вас два шажочка, у вас один шажочек, это очень легко сделать. Поверьте, в вашей команде есть ресурсы, есть обучение, ваши директора заинтересованы, чтобы вы выросли. Теребите их, да? Доставайте, скажите, я хочу быть директором, как мне это достичь? И спасибо вам за внимание, была рада. Да-да, пришла помощница, все. Была рада вас всех увидеть. И если есть вопросики, буду рада ответить. Если нет, то вы обижали работать, воплощать все там планы, да, на этот каталог. Еще у нас пару дней до закрытия. А чтобы у вас был новый уровень, старайтесь всегда, да, прирост сделать. Ждем вас вечером еще, в 7 вечера, да, вебинар будет вести моя сестра Марта Тудос. Тема «Личный товарооборот», она поделится с вами секретиками, как легко сделать 150 баллов. Приходите, она у меня отлично с этим справляется. Учит тоже своих, поэтому приходите, будут фишечки, будет информация тоже полезная для вас. Да, запись я сделаю, скину. Все, всем пока-пока, спасибо вам большое, вы такие позитивные, классная аудитория. Спасибо, пока-пока.